Здравствуйте, дорогие телезрители. В студии Константин Церцвадзе. С телеканалом «Союз» мы начали цикл передач о преподобном Гаврииле Ургибадзе, недавно прославленном грузинском святом, которого включили в месяцы слов и Русской Православной Церкви. Сегодня с нами в студии Наталья Джумберовна Рабакидзе, одна из редакторов фильма «Диадема старца». Мы с ней побеседуем о личности старца Гавриила, о том, как в Грузии и в России почитают его. Здравствуйте, Наталья Джумберовна, рад вас видеть в нашей студии. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, дорогие телезрители. Спасибо вам, что согласились поучаствовать в этой программе и рассказать людям о преподобном Гаврииле Ургибадзе. Мне бы хотелось узнать, когда вы впервые соприкоснулись с личностью старца Гавриила и как для вас начиналась церковная жизнь? Ну, старца Гавриила в Грузии знали с тех пор, как он начал свою службу и проповедовал Господа Бога. Несмотря на то, что в те времена это запрещалось и заставляли людей отречься от Христа, он проповедовал, не боясь, что с ним что-то может произойти. Потому что он любил людей, и он хотел, чтобы люди, большинство или все, пришли к Господу Богу. Но Грузия – это небольшая страна, тем более в наших городах, тоже небольших, провинциальных, слухи распространялись очень быстро. Ну, в те времена я еще была ребенком, когда он восхвалял вот так Бога и делал свои чудеса. Но все равно где-то в глубине души верилось в то, что Господь существует. Хотя в школе нас обучали тому атеизму, что ничего такого нету, Господа не существует. Ну, естественно, все равно в каждой семье, в каждой грузинской семье верили в Бога, и это делалось в тайне, чтобы, не дай Бог, кто-то не узнал. В каждой семье были иконы, прославляли Бога, встречали и отмечали православные праздники. Ну, именно я как пришла, ну, мой путь был немного долгим. Я начала работать в пансионате, который в нашем небольшом городке открылся по благословению нашего патриарха. Основателем этого пансионата был отец Григол, ныне владыка Спиридон. Я ему очень благодарна, что я попала к нему, работала вместе с ним. В этом пансионате жили детишки из малообеспеченных семей и детки, у которых не было родителей. И очень часто мы с батюшкой выезжали по святым местам. Обязательным в порядке было то, что куда бы мы ни ездили, мы обязательно ехали в Амцхету на могилу к батюшке Гавриилу. Там было всегда очень много людей, но как мы были с детьми, нас всегда пропускали вперед. Мы преклоняли колено около могилы. Кто-то снимал крестики с себя, разные свои какие-то вещи клали на могилу к нему. В обязательном порядке мы оттуда брали масло, чтобы мазаться им. И также, выходя оттуда, ты чувствовал в себе какую-то легкость, счастье, веру, чувствовалась вот эта любовь батюшки Гавриила ко всем людям. Ну и, естественно, он сам и говорил, что любовь спасет мир. Для него не было границ, кто бы был этот человек, русский, грузин, для национальности для него не имело значения. Он любит всех людей, православные были они или другого вероисповедания. Он дарил любовь всем. Наталья Джумберовна, вот мне интересно, насколько в России любят и уважают старца Гавриила? Вы знаете, я сама была удивлена, насколько много людей знают о нашем старце. Ну, естественно, что это старец Гавриил – это чудо 20 века, потому что он жил среди нас. Он творил такие чудеса,
Это недавно, все происходило недавно, и это не в летописях каких-то, а это происходило рядом с нами. И очень много людей приходят поклониться старцу Гавриилу. Когда узнают, что икона здесь, в храмах очень много людей. Я могу даже сказать, толпами идут к старцу. Но я могу еще привести такой пример. Когда была презентация вашего, Константин, фильма и книги, и когда все, ну, завершилась эта презентация, там люди оставались для того, чтобы брать у вас автографы для книг. Я увидела... Да. Как раз «Я жду вас сам того», год назад, по-моему, была издана эта книга. И я тоже вспоминаю, было очень много людей на презентации. Такого в Православном Свято-Тихоновском университете даже говорили все. И вы тоже видели, что такого прецедента не было. Нас сначала завели в зал что на 50 людей, но пришло около 700. Нам пришлось потом это замечательный день, другой зал. Да. Очень много народа было, мы... Не ожидал никто, что столько людей придет. Ну и когда все завершилось, там некоторые остались люди. Я в первом ряду увидела женщину, которая очень плакала. Я подошла к ней, присела, начала ее успокаивать. Я говорю, верьте, ну, любовь спасет, вера спасет. И она еще больше начала плакать. И она мне сказала, говорит, сейчас моя дочь поехала в Грузию. Она находится в Грузии, в Амсхета. Что ей очень часто снился отец Гавриил, который звал ее к себе. И вот, ну, я точно не могу сказать, может, какие-то проблемы были у людей со здоровьем, потому что она очень переживала. И вот батюшка Гавриил звал для того, чтобы помочь и исцелить этого человека. Вот, Наталья Джумберовна, вы, наверное, со мной согласитесь, что даже до причисления к лику святых старцев Гавриила, вот в 2004-2005 году, да, его фотографии всегда хранили как иконы, вот почитали. Да. И вот немало исцелений тоже тогда происходило, естественно, после канонизации. Именно поводом послужил тот факт, что очень много исцелений было вот, с поводом канонизации. И вот вы понимаете, я хочу вот спросить, вот был такой случай в вашей жизни, когда масло от святых мощей, ну тогда вот могилы старца Гавриила помогало вам или вашим близким? Естественно. Да, не могли бы вспомнить вот такую историю? Ну, эта история произошла именно со мной и в моей семье. Мне немного сейчас сложно об этом говорить, потому что вот сейчас в конце этого года год как не стало моей сестры. Но у нее была такая болезнь, ну, она не изучена, ну, естественно, не изученная болезнь, не знают, как ее лечить, какие препараты. И, как называется эта болезнь? БДН или БАС. Болезнь двигательного нейрона или... Ну да, вот такая болезнь, это начинается атрофия мышц, и в конце человек... уже сам самостоятельно не может дышать. И вот когда у нее начинались приступы удушья, ну, бывало так, что мы забывали просто. Она каждое утро, сама она мне напоминала, что помажь мне масло отца Гавриила. И вот когда у нее потом еще приступы начинались, она сразу просила меня, мажь мне быстро. Я вот, естественно, читала «Отче наш», мазала ей масло на лоб, а потом уже на шею и вот, ну, на грудь. И у нее сразу за несколько секунд вот эти приступы удушья проходили. Да. Слава Богу за все. Наталья Джумберовна, мне бы хотелось вот задать такой вопрос. Кем для вас лично вот является старец Гавриил? Ведь вы рассказывали о том, вот как вы впервые соприкоснулись с личностью старца Гавриила. Кем для вас является ныне старец Гавриил? Как его вы воспринимаете? Ну, я еще раз повторю, что для меня это чудо 20 века. И, естественно, для меня он наставник, который до сих пор как-то мне дает какие-то, можно сказать так, намеки, когда я к нему обращаюсь, какие-то видения, и он мне помогает по жизни.
Ну, в вере это и все ощущается, потому что вот говорят же, по вере вашей вам и воздастся. Я настолько поверила в отца Гавриила, и я могу сказать, что он меня ведет за руку по этой жизни. Вот этот последний год я это ощущаю очень сильно. Как раз мы ощущали его помощь, вы, наверное, со мной согласитесь, во время работы над фильмом о старце Гаврииле «Диадема старца», и как раз мы книгу тоже выпускали, и вот еще будет много новых книг. Он давал нам подсказки всегда, чувствовалось, как будто он рядом с нами. Иногда кажется, что это такого не может быть, или как будто как в сказке что-то происходит, но именно все это ощущается, и он на самом деле рядом с нами. Наталья Джумберовна, вы знаете, вот много раз, когда рассказывают, да, о старце Гаврииле, вот вспоминаю такую историю, как он присутствует, да, вот среди людей и сейчас. Ведь он сам завещал: я ухожу, но незримо всегда буду рядом, никогда вас не покину. Вот вспоминаю вот такую историю, как редактор книги, грузинской книги, вы знаете, ее Лейла Сахарулидзе рассказывает, как в келье старца Гавриила вспоминали они разные истории, все шутили, батюшка говорил, вот такой шутник, да. И вот все вспоминали. И вот ей тоже захотелось вспомнить какую-то историю, и как раз она работала над книгой о старце Гаврииле, несколько страниц она должна была отредактировать и уже в типографию отправить. И она сказала: вот я сейчас закончу вот работу над книгой, и старец Гавриил выдаст меня замуж. Да. Она вспоминает, тогда она в преклонном возрасте уже находилась, и как старец Гавриил подмигнул с фотографии. И она остолбенела, и все увидели это. Оказывается, все увидели. Она думала, что это просто повиделось, что-то там, да, такое было. Да? И матушка, одна вот монахиня, сказала: левый глаз, не так ли, Лейла? И она сказала: вы что, тоже увидели? Да, это ничего, порой он нам даже подзатыльники дает по голове. Вот не могли бы вспомнить какую-то историю, которая вам больше запомнилась из жизни старца Гаврила? Ведь и вы работали над фильмом, мы работаем ныне тоже. Ну, историй много, и вот я расскажу одну такую историю, которая произошла с двумя сестрами, которые шли по городу в дождливый день. Идя по городу, они увидели, что напротив них идет батюшка Гавриил, он немного вдалеке был, ну и они между собой решили, что вот сейчас вот мы поближе подойдем и возьмем у него благословение. Но получилось так, когда они ближе подошли, получилось так, что они оказались около очень большой лужи, которую нельзя было обойти. И они решили малым поклоном обойтись. Но вдруг сразу батюшка Гавриил направился к ним быстрым шагом и прыгнул в лужу и сам попросил у них благословения. Ну, этим двум сестрам стало как-то не по себе, неудобно, стыдно, и, естественно, они сами тоже взяли у него благословение. На что отец, батюшка Гавриил им сказал: 1-0. Вот такие вот случаи происходили с нашим замечательным преподобным батюшкой. Отец Гавриил был строгим со своими прихожанами, ну, конечно, естественно, не всегда, но даже когда в строгости он мог что-то сказать, люди обижались, может быть, в душе на него. Но, смотря в его глаза, там чувствовалась только любовь. Дорогие телезрители, мы беседовали с одним из редакторов фильма «Диадема старца» Натальей Джумберовной Рабакидзе, которая поделилась с нами интереснейшими историями. А я, Константин Церцвадзе, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Храни вас Христос.